Бонжур вам всем. Мы себе завтрак готовим. Круассан, так это с ладонью. И здесь еще разные какие-то и круассаны, еще два вида каких-то круассанов. У нас будет сейчас кофе со сливками. Кофе мы привезли свой, Сталина, и сливки тоже. Так они у нас и остались. Бонжур, бонжур. Ай, тепло, опять тепло. Хорошо, будем кофе пить и куда-нибудь пойдем. Кристина, восторг. Кристина, восторг. Так, и у нас завтрак, значит, а-ля карте или чего там, как это правильно. В общем, да, при свете дня наши пирожные. Продолжаем их пробовать. Вот так. Теперь кофе пить. А мой завтрак. Краса, может быть, согреть надо чуть-чуть. Кофе, кофе пошла заваривать. Ах, не если бы не этот бесконечный монтаж видео здесь. Ну, детки, идите выбирайте, кто что будет на завтрак. О, за... Парижский завтрак. Мы с вами на Сент-Мишель. No. Видишь, белый форт. Да. Сент-Мишель. Палас мы здесь. Нотр-Дам. Сейчас пойдем. Да, пойдем, пойдем. Как же, вот, Кристиночка, этот Нотр-Дам, он так горел. Нотр-Дам де Пари. Его будут восстанавливать. Какой же он красивый. Сейчас подойдем ближе. Но в Милане оно как-то попомпезнее вроде. Красотища. Куда не выйдешь, вот везде архитектура красивая. Сколько они построили? Ой, в очко. Вот эти две. В очко. Работает собак. Нотр-Дам. Смотри, что-то я хорошенькая собачонка. Какие ворота! Красотища! Везде ресторанчики, ресторанчики. Сен-Шапель, это получается здесь, что ли? Сен-Шапель. Тут Сен-Шапель только концерт, сам он закрыт для посещений, только концерты. А, очень красивое место, но сейчас туда никак. А здесь цветочный рынок королевы Елизаветы II. Так одним глазком сюда. Ой. Ой. Аренда велосипеда. Красиво. Это хор. Сколько скворечников и как пахнет жасмин. Ой, как пахнет. Невероятно. Дурно. Какие скворечники. По 15 евро всякие скворечники.
Сен-Шапель закрыта, тогда мы с вами подойдем к Нотр-Дам. Ну, хоть подойдем. Да, трибуны, чтобы просто посмотреть. Трибуны стоят, чтобы люди могли любоваться невероятной красоты храма. Ну да, огромный. Цветут каштаны. Его, конечно, восстанавливают, реставрируют. Невероятной красоты он, конечно. Но какой-то... Но в Милане меня поразил больше, он как-то все равно красиво. Вот здесь на трибунах просто сидят люди и любуются. Когда-нибудь он будет восстановлен, я уверена. Весь в лесах, весь. Какой же он огромный. Пахнет метро, да. Какой же он огромный. Все в лесах, ремонт. Ремонт. И как давно уже ремонт. Очень пахнет метро здесь. Давайте тоже на трамвайчике на таком покатаемся. Ай. А, кстати, чтобы покататься на речном трамвайчике, начинается автобус. 9 остановок у него. А, сколько стоит он? 23 взрослый. Юниор 27. Один день, два дня. Юниор до 15, красиво не считается. То есть, ну, 23 евро. А, и у него 9 остановок. 23 евро на человека. Ну, давай. 60 минут. Как жалко, этот Нотр-Дам, слов нет, конечно. Что-то нам не очень здесь как-то этот маршрут. Мне кажется, он короткий. Хотелось бы такую подольше прогулку по Сене. Я как-то здесь не очень. Не знаю. Ну вот смотри, какие. Вась. Ну вот они такие покрупнее. Здесь эти не останавливаются. Наверное, надо в центр туда больше ехать.
за моей спиной Нотр-Дам-де-Пари. А мы с вами поедем кататься на кораблике. Мы решили покататься по реке Сене. Но здесь не будем садиться. Мы сейчас, наверное, в центре сядем, где-нибудь в районе Эйфелевой башни, где-нибудь там. Тут какие-то очень кораблики маленькие. Здесь наборы. Макароны. Коробочка с собой 69 евро, 54, 37, 25 малюсенькая. И 25 евро с собой. Мы с вами снова здесь в центре. У нас уже здесь полюбившиеся места есть. И вот она, красавица, здесь за деревьями Эйфелева опять. Да, и храм. Вот кораблики. Давайте кататься на кораблике. Сколько стоит билет на кораблик, Вась? Ну, самый дешевый билет 16 евро. 16 евро. Только это надо заказывать заранее, потому что... А на месте дороже, 23. Да? На месте 23? Да. А, то есть, когда вы бронируете заранее, получается дешево 16 евро. На месте покупаете 23. А, привет! Привет! Ой, что это здесь такое за собрание? Так, ну что? Муж купил уже по интернету эти билеты. Здесь в кассе не надо. Это как дешевле, если ты покупаешь онлайн, да? Это так сильно дешевле, если онлайн покупаешь? Да? Да. Хо. Очень тепло. Тепло, хорошо. Крестюша где-то там. Крестюшу не видно. Тепло, хорошо, гуляем. Муж-муж. Что? Муж-муж. Показываю себя. Да. Муж-муж. Обязательно надо покататься по реке Сене. Ну а как же? По всем достопримечательностям. Обязательно. Малюсенький по евро. А кубанки, кстати, селфи-палки. Башенки по евро крошечные вот эти. И что я вам хотела еще рассказать про куда делась мельница Мулен Руж. Мы были сами удивлены, у нас эксклюзивные кадры на фотографии Мулен Руж без лопасти, без своей знаменитой мельницы. Дело в том, что я видела информацию 25 апреля, как раз день, когда мы прилетели, за несколько дней до, ночью, эти лопасти упали на асфальт, на землю, на дорогу. Лопасти Мулен Руж, и теперь Мулен Руж стоит без них, без мельницы. Что случилось, почему, никто не знает, что-то там выясняется. Но, в общем, что-то сломал, докрутилось.
В общем, вот так, да, теперь будут теперь восстанавливать вот эту знаменитую мельницу. Какой усталый пёсик. А, муж, потеряли мужа. На пристань. Кораблики. Кораблики. Будем сейчас с вами кататься на речном трамвайчике. Костюша! Здесь, наверное, экскурсионные автобусы. Тоже, знаете, кораблики запускают. Седьмая. А какая у нас стейшн? А, здесь этот самый ужин с круизом. В 6 часов, час 15 или в полдевятого, 2 часа 30 минут, 95 евро. А вместе с ужином катаетесь себе? Плаваете, ужинаете. Тоже хорошая мысль. Всего не успеть. Здесь очень много туристических автобусов. QR-код акцептируете и все, и проходите. Еще вам обстановочки. Одни выходят, вторые заходят. Вот на таком большом речном трамвайчике мы поедем с вами. Атмосфера. Людей везде, море, конечно. Но как-то это все быстро, удобно. Одни уходят в одну сторону, другие в другую заходят. Как-то нету только одни. Если что-то не получается, всегда есть кто поможет. Работники со всех сторон. Так что все хорошо. Билет купил в метро, говорит. В смысле, в метро, пока ехал. Не в смысле в метро, в смысле касса, а в смысле в метро, пока ехал, в телефоне купил. Все время что-то в телефоне сидит. Я его по-другому, нежели чем вот так, не представляю. Ну, представь, мы уже с билетом сейчас пошли бы в кассу, там стояли бы, что-нибудь очередь. Представляю, так билет раз. А где касса-то? Как не ты знаю, ищи кассу. Ну, там есть какие-то кассы где-то там были. Ну, в общем, толпа сейчас такая. Все время мини-Эйфелева или мини-Лувр, или мини-Версаль. Вот, и сзади нас вот идет посадка. Все время заполнится, отходят, следующие. Как-то, ну, нормально так, цивилизованно довольно. Постоять иногда приходится, но не сильно. А там кушать дают на борту? Кормят на 95 евро на человека, да. А еще ланч 75. Ланч 75, а ужин 90. Да. На человека. И главное, очень поздно. Кстати, это дорого. Кстати, по интернету было бы дешевле. Так что было, не помню, что ли, 60, что-то платы. Когда по интернету заказываете, все дешевле. Ну, смотри, 62 минус 16, да? Это сколько у тебя будет ужин? Так что, ну, тоже тут, как говорится, так скажем. Не сильно дешево. Ну, здесь дешево ничего нет. Мы уселись. У нас первый ряд. Почти.
будем сейчас кататься. Смотрите, перед нами прямо Эйфелева башня. Уже шатает. И мы отплываем. Мы отплываем. И будем слушать экскурсию. И я вам буду периодически показывать. Сейчас рассказывается про Эйфелеву башню.